Кириллу Гурееву 14 лет. Несмотря на свой столь юный возраст, он смог спасти младшего товарища, 9-летнего Мишу, который по неосторожности провалился в открытый колодец теплотрассы. Я стоял вот здесь, начал подсвечивать фонариком, и он вот так вот на правом боку там лежал. Уже без сознания. Мы с чего-то смеялись, общались, честно говоря, не помню, о чем был разговор. И я резко потом уже услышал глухой звук о том, что мальчик, сказали, что упал Миша в люк. Я быстро взял фонарик у детей. У него же была вот эта анорак олимпийка или курточка, там вот это отсвечивать, вот эти полоски от цвета, которые отсвечивают. И получается потом я, когда уже спускался, когда спустился, сказал, что чтобы дети вызывали скорую. Глубина колодца, в который упал Миша, порядка 8 метров. Ребенок получил тяжелую травму головы. Чтобы спасти его жизнь, медики сделали сложную операцию. Я спросил же у него, что у тебя болит, потому что я подумал, что он себе что-то сломал. Говорит, просто рука, говорит, болит, и нога. Больше ничего. Мне кажется, он за голову ничего не чувствовал, но он тоже кровь видел. До приезда медиков первую помощь пострадавшему ребенку оказала подруга его мамы. Промыли рану дома, обработали. Рана оказалась небольшая, но была очень большая гематома вокруг этой раны. Все, и они буквально через 5 минут вывели его на улицу, подъехали родители, сели и поехали в больницу. Сейчас состояние Миши стабильное, а его спасителя, 14-летнего Кирилла, представители областного управления ГСЧС, наградили почетной грамотой за смелые и решительные действия. Также мальчик номинирован на премию «Герой-спасатель года». Я тебя поздравляю с этим. Удачи тебе, все наилучшее. Евгения Лида, Рязарянова, Александр Гоц, ТВ5.